Скорее зажмуришься, реально, падла, чем маслинами разживешься. Yeah.
Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост – независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима лицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артём. И удачи. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. У нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что... Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Задерживаемся, проходим. Противный, я не такой. Заткни хлебало, готовься к досмотру. Всегда готов. А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все.
Где светится? Отвали, может, облучился? Мерзавец! Иди к чертям. Бьешь по тем частям тела, которые покорили твое воображение! Бьешь слабовато, однако! Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикрою! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Осторожней, тупица! Арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду.